Звание народный участковый достался 26-летний Сергей Ипатьев, старший участковый отдела МВД России по Каннарскому району. Он стал победителем второго регионального этапа конкурса и будет представлять нашу республику на всероссийском уровне. У меня работа какая? Участковый круглые сутки, он днем на участке, ночное время на телефоне. Любой в час ночи может позвонить, 3 утра. Любому помогаю и стараюсь помочь. Мечта детства привела Сергея в профессию. Стать полицейским он хотел со школьных времен. Тогда еще полиция была милицией. Очень нравилась форма и хотелось помогать людям. Ориентиром на всю жизнь стал инспектор Анискин, любимый многими персонаж художественного фильма о сельском участковом. Что нашей задачей органов милиции являются не только методы пресечения и карания, но и воспитательная работа. Анискин тогда был, который старался помочь всему народу, пытался стать частью этой семьи, в другой ситуации, частью семьи той или иной, помочь им решить семейные вопросы по-человечески, чтобы вся проблема, например, одной семьи пропустить через себя. В 2012-м Сергей Ипатьев закончил Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России и вернулся уже участковым уполномоченным полиции в Восхвинское сельское поселение. Спустя 2 года Сергей был назначен уже старшим участковым. Он побывал в каждом жилом доме, познакомился с каждым жителем, а их порядка 3000. Личное знакомство и знание психологии человека – залог успеха в работе, считает Сергей. Ранее, если было совершено на административном участке порядка 40 преступлений, а на сегодняшний момент составляет порядка 20. Это уже снижение. Если раньше было не раскрыто преступление порядка 5 в начале работы моей, а на сегодняшний момент пока не раскрыто преступление нету. За каждой цифрой скрывается серьезная кропотливая работа. Сельчане знают, участковому можно доверять. Ну, наш участковый Сергей Александрович, он очень общительный парень. Молодой, здоровый, красивый, добродушный. По юридическим вопросам мы с ним всегда советуемся. Выиграть конкурс удалось благодаря поддержке коллег, друзей и родственников. Мы очень рады, что наш участковый полномочный сперва победил на соревнованиях профессионального мастерства. Он также выдвинут на номинацию «Народный участковый по России». Голосуйте за участкового Ипатьева Сергея Александровича. У народного участкового свой девиз. Вся моя работа делается к чему? Чтобы был мир и, самое главное, чтобы соблюдая закон. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.